Привет, друзья! С вами Илья Сплин, и сегодня я подготовил для вас ролик, где я хочу вам рассказать, как выбрать туристический мотоцикл. Я хочу сразу предупредить, что это будет очень скучный ролик, где будет много слов и мало каких-то интересных, веселых подробностей, потому что я собрал свой опыт путешествий на мотоциклах и хочу рассказать о нем вам. Я не буду рассказывать вам тут, какие модели покупать, я хочу вам рассказать, какие нюансы должны влиять на ваш выбор. Почему я решил записать такой ролик? На мой взгляд, судя по тому, что я читаю в интернете, в головах у людей творится что-то страшное, особенно если дело касается туристических эндуро. Люди, которые дальше мокрых грунтовок в жизни своей не съезжали, спорят в интернете. Проходы подвесок, вес мотоцикла, спецованные колеса и так далее несут там какую-то абсолютнейшую ахинею. Что такое мотопутешествие? Мотопутешествие — это то, что я люблю больше всего. Я не профессиональный гонщик, я не профессиональный эндурист, но путешествовать я могу в любых условиях, в любых направлениях, на любой технике. Чтобы не быть голословным, я несколько раз путешествовал на 50-кубовом мопеде от Одессы через Крым и возвращался на нем до дома, причем я делал это даже без палатки и спал под открытым небом. На трассе М4 я спал где-то в стогу, например, и мне нормально путешествовалось. Максимальная скорость 50-кубового скутера, я вам напомню, составляет примерно 50-55 км в час. А просто расстояние от Крыма до Москвы, которое я ехал только с остановками на ночлег, примерно 1700 км. Еще я ездил на классическом Триумфе 1995 года в Барселону. На нем же я ездил вокруг Черного моря. На мотоцикле Туризмо Велоче, который стоит сзади меня, я ездил на Кавказ и в Норвегию. На гусе я недавно по Алтаю катался в снег и в минус 9. То есть, в принципе, я думаю, вы понимаете, что я знаю, что такое путешествие на мотоцикле, и немножечко я сейчас своим опытом с вами поделюсь. Перед тем, как начать делиться с вами опытом, я хочу напомнить, что мы занимаемся доставкой мотоциклов из Японии, поэтому если вы хотите обновить свой мотоцикл, либо привезти свой первый байк и привезти его именно из Японии, то обращайтесь к нам, мы делаем это хорошо. Итак, самое главное, что я хочу сказать в этом видео, что путешествовать можно абсолютно на любом мотоцикле. Если вы хотите поехать хоть в кругосветку по асфальту, вам будет достаточно купить себе UBR 125 и поехать на нем. Если хотите поехать в эту же самую кругосветку, только уже по грязи, хватит какого-нибудь старого японского 250-кубового эндуро для поездки, вообще хоть на край света, только обслужить его как следует перед выездом. Олег Харитонов, например, проехал кругосветку, которая заняла у него 4 года и 200 тысяч километров, на простеньком мотоцикле BMW G650 X Challenge, который в комментариях диванных профессионалов обычно вообще за мотоцикл не считается. Мотоциклы для туризма, друзья мои, это когда у вас есть деньги на то, чтобы сделать свое путешествие более комфортным. И именно про нюансы выбора нечто более комфортного для путешествий в этом ролике пойдет речь. Итак, вы решили приобрести мод для туризма. Они бывают очень разные, поэтому давайте с вами сначала разберемся, что у них общее. Когда разберемся, будем уже рассматривать конкретные классы. Итак, пойдем к общему. Первое – это тип привода. На мой взгляд, а в этом ролике вообще в принципе обобщаю свой опыт, в дальних поездках наиболее удобен карданный привод, потому что его просто не надо обслуживать. Цепь меня, в общем-то, тоже устраивает, она, например, стоит на моем Туризмо Велоче. Обычно я меняю цепь со звездами раз в 30 тысяч километров. В путешествиях я пшикаю просто смазкой по звезде на каждой остановке там, или на каждой заправке. Я отлично знаю, что тут же набегут сейчас диванные эксперты в комментарии и скажут мне, что так неправильно, но я не интернет-теоретик, но еще раз скажу, что я меняю цепь со звездами раз в 30 тысяч километров, и на мой взгляд, это довольно солидный промежуток километров. Помимо этого, после каждого дождя цепь тоже должна смазываться, а после каждого путешествия обязательно чиститься. На ремне лично я не путешествовал, ремень ходит дольше, чем цепь, но я часто слышу рассказы, что попадись камешек между шкивом и ремнем, ремень рвется. Однако я знаю довольно много активно путешествующих харлеистов, ни у кого из которых камушки не попадаются. Если вам всем подходит мотоцикл, а у него ременной привод, то просто берите мотоцикл с ремнем. Не заставляйте типу привода решать, на чем вам ездить. Дальше что-то общее, что касается всех мотоциклов для туризма, это ветрозащита. Она идет как минимальная у Naked с кофрами и ветровичком, к линейке ST Honda или RT, как к чему-то уже более серьезному, до Goldwing'ов и GTL, которые очень сильно капотированы и защищают вас от ветра полностью. Хотя между теми мотоциклами, которые я сейчас назвал, просто пропасть, главное отличие, которое будет заметно при езде на большие расстояния, кроме посадки, о которой мы с вами говорим, это как раз ветрозащита. Она должна быть, но
ее количество зависит от ваших предпочтений. Не все любят путешествовать так, как будто почти на автомобиле. Это, например, касается голдвингов. Я, например, не люблю. Поэтому то, какую ветрозащиту выбрать, зависит от ваших личных предпочтений. Единственный момент, на мотах с хорошей ветрозащитой гораздо проще ехать далеко в холод. Вообще без ветрозащиты будет ехать изматывающе просто физически, потому что если у вас ветровик не защищает от ветра где-то хотя бы до подбородка, то долго держаться за руль на крейсере, там, не знаю, 130-140, ну просто тяжело. Дальше. Еще одна общая штука, которая должна быть у любого туриста, это подогрев руля. Он абсолютно необходим, на мой взгляд. Если на мотоцикле его нет, это не повод отказываться от покупки такого мотоцикла, просто покупайте универсальный подогрев руля и ставите его. Это стоит недорого. Если вы вдруг считаете, что на туристическом мотоцикле подогрев руля не нужен, значит, вы просто никогда не путешествовали на мотоцикле. Следующий общий аспект, который я хотел бы разобрать, и который касается покупки любого туристического мотоцикла, это доступность обслуживания и запчастей на конкретный мод. В России далеко не во всех городах смогут обслужить, например, Дукати. Я здесь просто про банальный десмосервис на той же самой мультистраде, а не про поломки мотоцикла. На такие мотоциклы есть сервисы в крупных городах, но если вы живете в каком-то не очень крупном городе или в крупном, но там просто может не быть профильных сервисов по таким моделям. Но не стоит думать, что если мотоцикл не японский, то обслуживать его сложно. Если взять, например, Triumph Tiger, то он не отличается сильно конструктивно от обычных японцев и обслуживается в тех же самых мастерских, что и японцы. Запчасти на любые мотоциклы абсолютно любых марок, даже если их нет у вас где-то около дома продающихся, а в России вообще огромные проблемы с наличием любых запчастей, которые не расходники. Так вот, запчасти очень удобно заказывать через интернет. Я даже ролик про это делал, как правильно заказать и легко их получить. Если же вы не хотите это делать, то есть заказывать через интернет, то крайне желательно, чтобы в вашем городе был дилер той марки мотоцикл, который вы покупаете, чтобы в случае чего заказать через него или купить из наличия какую-то запчасть. В том случае, если мы рассматриваем дальние поездки, где могут случиться непредвиденные аварии или поломки, то чем больше у марки дилеров и профильных мастерских по миру, тем вам будет проще. Скажем, вряд ли, например, есть хоть одна мастерская по МВ Агустам в Сенегале, поэтому, скорее всего, если вы там сломаетесь, то у вас будут определенные проблемы. И еще один небольшой совет. Если вы будете брать мод для бездорожья, то на бездорожье приходится частенько падать. Сравните цены у тех мотоциклов, между которыми вы выбираете, на самые страдающие от падения элементы. Это ветрозащита руля, сами рули, поворотники, боковой передний пластик и так далее. Обязательно поставьте на мотоцикл передние дуги и проверьте, на что мод будет заваливаться на бок. Как правило, нормальные турэндуро рассчитаны так, что они практически не получают повреждения при обычных падениях на бездорожье. Следующий общий фактор для любых туристических мотоциклов – это электронные системы. Я здесь говорю не про все, а про те, которые я считаю важными упомянуть. В первую очередь это ABS. Если ваш бюджет позволяет, то ABS на мотоцикле должен быть. Не нужно слушать недалеких людей, которые рассказывают об обратном. Любой из моих знакомых мотогонщиков такого же мнения, как и я. Если вы считаете иначе, вы взрослый человек, вы можете хоть в плоскую землю верить. Один момент. Если вы собираетесь кататься на бездорожье, то ABS должен отключаться хотя бы сзади. Во вторую очередь я хочу сказать про IMU, это датчик положения мотоцикла в пространстве. Он встречается на современных и достаточно дорогих моделях. ABS Attraction Control вместе с IMU учитывает наклон мотоцикла. Эта система позволяет в какой-то мере исправлять довольно плохие ошибки, типа удара по тормозам в повороте. Ошибки могут случаться с каждым из нас, поэтому если вы можете себе это позволить, то лишним это не будет. Следующая электронная система – это разные карты двигателя. Удобно, если ваш мотоцикл мощный. В дальней дороге режим туринг, например, делает реакции на газ спокойнее, режим рейн в дождь еще спокойнее и добавляет вам более строгий трекшн-контроль. Казалось бы, фигня, но вот когда я недавно ехал на летней резине по снегу на Алтае на Гусе, я был рад, что вот вся эта электроника у меня есть. Еще одна электронная система, про которую я хочу вам сказать, это электронная подвеска. Электронная подвеска, лично на мой взгляд, это супер удобно и дорого, правда. Особенно это удобно, если на мотоцикле длинноходная подвеска. Она позволяет иметь собранный мод в городе или на серпантинах, и одной кнопкой вы можете делать его мягким при съезде на разбитый асфальт или на бездорожье. Ручная регулировка подвески – это тоже хорошо, но вот обобщить, если мой опыт и всех моих знакомых, обычно очень лень вручную перенастраивать подвеску. То есть вы едете по асфальту, вам надо съехать на бездорожье, да, вы садитесь такой, крутите гайки. Да нет, не будете вы это делать, особенно если учитывать, что через 3 километра вы обратно выйдете на асфальт. Поэтому ручная регулировка подвески, это, конечно, лучше, чем ее отсутствие, однако электронная это очень классно.
Выбирая себе абсолютно любой элемент мотоэкипировки, я обычно преследую две цели. Во-первых, это должна быть действительно хорошая вещь, которая будет качественной, будет меня защищать и прослужит мне долго. А во-вторых, я хочу купить эту вещь как можно дешевле. Для того, чтобы проще было сделать и то, и другое, мы запустили маркетплейс мотоэкипировки rzone.ru. Сейчас существует огромное количество самой разнообразной мотоэкипировки. В ней легко запутаться, и каждый производитель пишет в описании товара, что его вещь самая лучшая. А еще у разных продавцов эта же самая вещь может стоить разных денег. Для того, чтобы со всем этим разобраться, мы добавили на наш сайт 90% брендов мотоэкипировки, которые продаются в России, а также практически все крупные магазины. Помимо этого, списки и того, и другого постоянно пополняются. Еще мы добавили удобную систему фильтрации, поэтому если вам нужна, например, только туристическая куртка и только с мембраной Gore-Tex, вы просто проставляете нужные галочки и видите весь ассортимент товаров в магазинах, которые представлены у нас на сайте. Выбрав приглянувшийся элемент экипировки, можно как прочитать на него отзывы, так и оставить свой. Более того, отзывы сделаны так, чтобы при выборе, например, шлема вы сразу видели, что большинство пользователей считают его либо более шумным, либо менее шумным, вот как это выглядит, это очень наглядно, и, например, считают, что шлем больше мерит или мало мерит. Ну и финально, если выбранный вами элемент экипировки продается в нескольких магазинах, то вы видите цену в каждом из них, поэтому вам не нужно лезть в Google и искать информацию, где купить подешевле. Вся эта информация тут же у вас на экране. На мой взгляд, такой ресурс был давно необходим на русском языке, и вот теперь он есть. Кстати, сайт в данный момент сугубо информационный, мы там никому ничего не продаем. А теперь давайте разберем главный вопрос, который вы должны задать сами себе при покупке мотоцикла для путешествий. Собираетесь ли вы съезжать на этом мотоцикле дальше грунтовок? Давайте сначала рассмотрим те варианты, если не собираетесь. В этом случае вам необходимо определиться с двумя вещами, это с посадкой на мотоцикле и количеством комфортной ветрозащиты, так как для асфальтового туризма на самом деле годится практически что угодно. Давайте расскажу вам немножко про посадку. Большинству людей в дальних поездках нравится именно вертикальная посадка, поэтому, например, класс спорт туристов потихонечку вымирает и перерождается во всякие BMW S1000 XR, Turismo Veloce, как сзади меня, и трейсеры, которые производители теперь предпочитают называть именно спорт туристами. Круизеры тоже можно отнести к вертикальной посадке, только вот ноги у вас будут вытянуты вперед. Вообще, в принципе, круизеры — это выбор тех, кому нравится такой стиль, поэтому если вам нравятся круизеры, вы просто купите себе круизеры, можете спокойно на нем путешествовать по асфальту. Круизеры, как правило, для асфальтовых путешествий годятся не хуже, но у них будет больше вибраций, как правило, и похуже ветрозащита, чем на пластмассовых туристах. Также на некоторых круизерах, которые больше относятся к городским, например, Indian Scout, куда все равно можно поставить кофры и ветровик, очень краткоходные подвески, и даже не очень сильно разбитый асфальт будет очень некомфортно ощущаться на мотоциклах такого типа. И раз уж мы говорим про не очень хорошее качество асфальта, то вы должны понять, в тех местах, куда вы будете ездить, асфальт нормальный или действительно убитый. Потому что если там, куда вы собираетесь ездить, асфальт действительно убитый, то лучше не искать туристы с какой-то самой длинноходной подвеской, а сразу смотреть на турендуры и адвенчер-байки с ходами сантиметров 16 хотя бы. И это все, что я хотел сказать про асфальт. Как все, спросит кто-то из вас сейчас. Да вот так, нету никаких премудростей. Тут вопрос только вашего комфорта, комфортной посадки, комфортной мощности мотоцикла и ветрозащиты и каких-то совсем, может быть, индивидуальных нюансов, типа наличия музыки на моте. Просто купите мотоцикл, загружайте кофры и езжайте вперед к новым приключениям и местам. А теперь давайте разберем очень важную тему, и она касается того, что вам покупать, если вы собираетесь съезжать дальше грунтовок. Само собой, тут нам прямая дорога в туристический эндуро. Они бывают тоже разные, давайте с вами разбираться в них. Даже в рамках одной модели бывает разделение на более асфальтовые и более внедорожные туристические эндуро. Более асфальтовые обычно имеют меньшие ходы подвесок, литые колеса, а не спецованные, как, например, Triumph Tiger 800 XR, который больше годится для асфальта, но у него есть брат-близнец XC, который больше годится для бездорожья. Как правило, заточенные именно под бездорожье турэндуро имеют передние колеса большего диаметра, например, у того же самого Tiger XC это 21-е спереди и 17-е сзади, а вот у более асфальтовых стоит 19-е спереди и 17-е сзади. А теперь очень важный вопрос, который вы должны задать сами себе. Чего в ваших путешествиях будет больше? Реально приличного такого бездорожья или длинных перегонов по асфальту и дорогам? Потому что от этого реально зависит выбор вашего мотоцикла. Вообще, один из самых главных аспектов езды на турэндуро — это та резина, которая на него надета.
Самый лучший эндуро вообще, даже не туристический, а обычный эндуро, на асфальтовых покрышках будет абсолютно без помощи на бездорожье. А если обуть UBR 125 в злую резину, то забраться на нем можно будет очень далеко. Но если вы решили, что я просто куплю себе мод, максимально подготовленный под бездорожье, буду ездить на нем по асфальту, а в случае чего съеду с асфальта, то здесь есть тоже нюансы. Шашка на асфальте очень скользкая в дождь, она хуже тормозит и хуже держит в поворотах, особенно как раз в дождь. Поэтому перед дальником нужно очень четко понимать, что вас может ожидать, и выбирать резину, исходя из этого, потому что это попросту ваша безопасность. Еще я хочу сказать несколько слов в защиту асфальтовых туристических эндуро. Это не совсем понятно, если просто глядеть на циферки, ну да, там хода подвески меньше, колесо там меньше, ну, понятное дело, надо брать такие самые длинноходные. Так вот, ходов подвески в 16-17 сантиметров достаточно для комфортной езды даже по сильно разбитому асфальту. Здесь у меня, например, 16-сантиметровые ходы, и если выставить подвеску в мягкий режим, по очень разбитому асфальту она едет довольно быстро и при этом суперкомфортно. При этом, если на асфальтовый турэндуро, тот же самый Тайгер, надеть турэндурную резину зубастую, например, Митас Е07+, то мотоцикл такой будет отлично годиться для преодоления бездорожья. Не надо думать, что вы туда приедете, он будет беспомощным. Абсолютно это не так. Однако, если у вас планируются большие поездки по сильно разбитым дорогам, вы едете куда-то к черту на рога, где дороги отсутствуют, или, например, у вас есть частые вылазки на бездорожье, в том числе тренировки в карьерах, каких-то лесах, то здесь вам пригодятся, конечно, и спицы, потому что спицованные колеса гораздо меньше боятся ударов, и большие ходы подвесок. Касаемо подвесок, тоже есть нюансы. Не всегда длинноходная подвеска — это хорошо, потому что если мод с длинноходной подвеской либо не имеет регулировок этой самой подвески, либо имеет, но ручные, а вам будет лень каждый раз их регулировать, например, под асфальт, то поведение мота в поворотах и при торможении будет далеким от идеала. Складывание вилки вместе с разгрузкой и приставкой заднего колеса при обычном резком торможении – это штука не из приятных, да и не из самых безопасных. Поэтому я считаю, что на длинноходных турэндуро электронно регулируемая подвеска – абсолютное благо. Кстати говоря, это одна из причин, почему люди очень любят старые 1200-е и даже более ранние гуси, у которых не было никакой электроподвески. Потому что рычажная подвеска как раз не клюет при торможении, и нету вот этого синдрома длинноходных подвесок, когда их складывает при торможении. Следующий аспект выбора туристического эндуро – это его вес. Да, меньший вес мотоцикла проще рулится на бездорожье. Значит ли это, что надо брать самые легкие турэндуро? На самом деле все совсем не так очевидно. Во-первых, параллельно со мной сейчас на экране вы наблюдаете видео с теми людьми, которые действительно умеют ездить на турэндуро. Они рассуждают о умениях и характеристиках турэндуро с дивана. Это я вообще к чему вставил? Просто забудьте думать, что более крутые железки или более легкий мотоцикл заменит вам ваши собственные навыки. Если дать самый подготовленный в мире турэндуро мне, а дать Тони Бу Yamaha MT-09 Tracer, то он по бездорожью уедет от меня за горизонт. Если вы ездите лишь немногим хуже этих людей на экране, то я вообще не понимаю, зачем вы сейчас смотрите этот ролик. Для меня лично не будет разницы, если меня вывести на бездорожье, будут у меня ходы подвески 18 или 27 сантиметров, вот конкретно с моим уровнем езды на мотоцикле. А путешествовал я, говорю, опять же, много где. Вес играть роль будет, конечно, мне будет проще на более легком мотоцикле, но приедет умелый человек на более тяжелом и пролетит мимо меня, не напрягаясь. Смысл в том, что если путешествовать далеко, то более тяжелый мотоцикл будет, как правило, удобнее. Он комфортнее и стабильнее на трассе, у него мощнее мотор, проще обгонять на трассе. Зачастую также такие мотоциклы более хорошо оснащены. В интервью, которое давал мне Олег Харитонов, тот самый кругосветчик, он сказал мне, что несмотря на то, что он проехал кругосветку на G650, гораздо комфортнее было бы ему сделать то же самое на 1200-м гусе. Это и не к тому, что надо покупать именно тяжелые туристические эндуро. Надо покупать те туристические эндуро, которые вам нравятся и которые входят в ваш бюджет. Но не стоит себя ограничивать только легкими, так как более тяжелый куда-то там вдруг не проедет. Дело не в том самом более тяжелом мотоцикле, который не проедет, а дело в вас. Запишитесь в турэндуро школу, и это будут действительно лучшие потраченные вами деньги. Итак, на самом деле это все, что я хотел вам сказать, поэтому давайте делать выводы. Первый вывод. Путешествовать можно на чем угодно, хоть на ёбре кругосветку по асфальту, хоть на джебеле по бездорожью и ёже. Второе. Выбор более дорогой и совершенной техники – это вопрос вашего комфорта и не более того. Третье. Нет никаких специальных премудростей выбора технику для путешествий по асфальту. Все зависит просто от уровня желаемого комфорта, производительности и безопасности. Покупайте что надо,
грузите вещи в кофры и езжайте в путешествие. Четвертое. Прекратите, пожалуйста, заниматься обмусоливанием ТТХ Турендура. 90% людей на них вообще дальше обычных грунтовок не съезжают, даже на самых крутых Турендура. А это значит, что 90% зрителей этого ролика тоже не съедут. Оценивайте просто себя и свои будущие путешествия трезво. Среди тех, кто съедет, 90% не смогут реализовать потенциал даже довольно средненькой модели полностью. Работайте над собой, а не занимайтесь фигней, считая, что железки вам заменят умение. И последнее. Универсальный ответ на вопрос, что покупать. Купите сначала то, что вам нравится, и по бюджету, используя вот те какие-то основные принципы, которые я вам только что рассказал. Если вы поймете, что в какой-то момент доросли до такой точки, когда каких-то компонентов на вашем мотоцикле начинают для вас не хватать, подвески там или чего угодно еще, вот тут-то вы уже сами отлично поймете, каких именно компонентов вам не хватает и на что их заменить. Или, может быть, какой другой мотоцикл взять на замену тому, который у вас уже есть. Вот и все, что я вам хотел сказать. Я надеюсь, что мой опыт кому-то пригодится. Просто путешествуйте. Путешествуйте на чем угодно. Есть у вас китайский 125-кубовый мотоцикл, езжайте на нем. Сломается где-то, отправьте его потом там транспортный или где-то там почините его. Неважно. Главное, путешествуйте, если вы этого хотите. Если вы не хотите, то даже самый дорогой, самый классный, длинноходный, электронно регулируемый тур эндуро не подарит вам никаких эмоций. Кому есть что сказать или, может быть, со мной поспорить, пишите об этом в комментариях. А с вами был я, Илья Сплин. До новых встреч!